Иван Николаевич Адольский, русский живописец-портретист и гравер, работал в оружейной палате в Москве. В 1710-м переведен в Петербург, где работал в оружейной канцелярии и Санкт-Петербургской типографии, обучал живописи и гравированию московских иконописцев и художников живописной команды канцелярии от строения. В середине 1720-х работал в императорских дворцах Петербурга. В 1728-м возвратился в Москву. В 1735-36 годах надзиратель оружейной палаты, автор портрета Екатерины I Сарапченко 1725-1726 года, портретов Петра I, в том числе знаменитого Азовского, который не сохранился. Художественную манеру Адольского отличает свободный рисунок, светотеневая лепка объема, высветление отдельных частей формы и построение объема на контрасте освещенных и затененных участков. Корпусная живопись, стремление передать фактурные качества поверхности. Екатерина I, вторая жена Петра I Великого, российская императрица с 1721 как супруга царствующего императора, с 1725 как правящая государыня. Мать императрицы Елизаветы Петровны. В ее честь Петром I учрежден орден Святой Екатерины и назван город Екатеринбург на Урале. Имя Екатерины I носит также Екатерининский дворец в Царском селе, выстроенный при ее дочери Елизавете. Изображена с лентой и звездой ордена Святого Андрея Первозванного. Авторский размер полотна меньше 190 на 133. На более поздних надставках дописана архитектура и пейзаж. Портрет традиционно датировался 1725-26 годами по гравюре Зубова. Петр I, сын царя Алексея Михайловича и Натальи Кирилловны Нарышкиной, с 1682 года правил вместе с братом Иваном, с 1696 единодержавно, первый российский император. Изображен в доспехе и парчевой мантии на красном подбое, с Андреевской лентой, с длинными черными волосами и усами, на фоне неба, листвы и темно-коричневой драпировки. Предположительная атрибуция на основании сходства приемов письма и типа лица с большим парадным портретом Екатерины I Адольского. Анна Петровна, царевна, с 1721 года цесаревна, старшая дочь Петра I и Екатерины Алексеевны, с 1725 года жена герцога Олштейн-Которбского Карла Фридриха, мать императора Петра III. Портрет царевны Анны Петровны ранее ошибочно считался изображением великой княгини Екатерины Алексеевны, типа Гротта. Идентифицирован на основании сравнения с портретами Анны Петровны. Изображена в серебряном парчевом платье и горностаевой мантии со звездой и лентой ордена Святой Екатерины, с аграфом на груди и с диадемой из жемчужин и драгоценных камней с серьгами.